Казалось бы, что такое 4 километра? В разговорах о Московской области мы привыкли к другим масштабам. Однако значение именно этой нитки чрезвычайно велико. Газопровод-связка высокого давления значительно повысит надежность снабжения голубым топливом всего Одинцовского района. Газопровод один из акцентных, один из таких самых на сегодняшний день из знаковых в Московской области. Поэтому контроль к нему на самом высоком уровне. Сегодня пройдено уже практически треть пути. Впереди непростые работы в лесных условиях. Пока подрядчики выдерживают сроки строительства. Прокладка газопровода стала логическим продолжением большой работы по дальнейшей газификации области и Одинцовского района. В прошлом году был сдан важнейший газопровод от кольцевого газопровода Москвы до Ромашково. А вот этот газопровод, он будет врезаться в те сети в районе Ромашково и дальше пойдет в район Дубков. В этом году Мособлгаз планирует проложить в Подмосковье более 1000 километров трубопроводов. Только по губернаторской программе число подключаемых объектов приближается к сотне. Только по губернаторской программе газификации будет сдано 80 объектов, но по программе техприсоединения это 1000 объектов. То есть это те локальные, они, может быть, не такие производительные, как по губернаторской программе, потому что все-таки по губернаторской программе речь идет о газоснабжении крупных массивов. Если смотреть на прирост общей протяженности сетей Мособлгаза в Московской области, то мы уйдем за 1100-1200 километров в этом году. Что касается Одинцовского газопровода связки, то его строительство и подключение планируется завершить до конца года. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».